Это трэш задний, не надо ранить. Можешь сделать так, чтобы в филботе поэт не отображали? Что не отображалось? Поэт. Они меня бесят. Может. Ты должна их хилить. Они либо шоты, либо я их путаю с игроками. Я ж говорил, тут трэш не агрить, но ёбаный в рот танки. Это кого-то откинуло. Ну так, блядь, для того, чтобы не откидывало, надо было отвести их оттуда. Отверните больших-то. Ребята, а чтобы в ХН ЦЛК попасть, нужно зуламан принести. Напомните, пожалуйста. Да, и третий кат. Зачем? Кат только есть. Четвертая нужна. А, четвертый кат. Да, но в любой ЦЛК четвертая кат в любом случае. А в ЗС, чтобы попасть в ОКО, что надо сделать? Третью кату и ЦЛК 25 обычку на фул пронести. О как! Спасибо! Говорят, в ноябре... А я думал, я туда ходить не могу. Добавят 5 за ОДН. Но то, что меня наебали. Ты когда прочла? Майский, ты опять лохнулся? А, ты лохнулся, понял. А. Это просто уже было недели три назад оповещено. А, да? Какая? Может быть, какая-то новая инфа у тебя. Ладно. Значит, меня не наебали. Тебя на ТК наебали, все нормально. Дальше меточку. Какой хапалом по танчу? Во тьме? Да. Собрали трэш танки, отвернули больших от рейда. А, кстати, перемешек это танк будет? Да, в цвету. Окей. Ну, плат с одноручками. Блат с одноручками? Сильно, да? Чего ты взял, что я Блад? Посмотри меня. У меня нету спека Блада. Да не ори. Ты уже Фрост? Извиняюсь, у меня просто микрофон близко. Стоп, это Пидмешек говорит? Где-то его баба. Ну ладно. Алиса. Че ты меня в ЧС добавил? Пидмешек, у тебя Блад спек. У меня гибрид спек. Не существует гибрид спеков, существует три спека. Джованни, блядь, Костель. Нет, ты не прав, существует гибрид спек, я ему уже играю. И говорит, у него Фрост. Ну я понял. Я сказал, у меня гибрид, а не Фрост. Антифотки в ЛС и сейчас вытаскивать. Что? Тим фотки в лес, и ты больше не учил. Не знаю, сколько я играл всю жизнь, никогда не видел, чтобы кто-то добирал ЦЛК, либо еще куда-то, блядь, гибрид танков выдать. Только так нечего делать танчу.
И мы с тобой уходили вообще-то уже в целка, ты меня брал. Тебе понравилось наоборот. Брит танк, это же когда этот она? Влад плюс. Бля, я уже не помню, честно тебе скажу. Не могу если сказать. Если бы ты мне понравился, я бы тебя помнил. Ну я не играл уже, наверное, месяца три. Рыбу поставил. Нахуя? Так умрете сейчас. Проголодался. Куда вы все пошли, блядь? Трэш бьем дальше, нахуй. Мы рыбу едим. Халявно. Вот вы едите рыбу, а я просто ману лесу. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Командира, да? Так. Фулл ребафы раздали. Перемешек танчит первую копию, я вторую, Малики третью копию танчит. Алиса, сидишь на мне, я буду с правой стороны.
просто сидит на мейн танке. Остальные сидят на рейде и на третьем танке, то есть на Маликетине. Меткер, оставь проще, будет где кому танчить что-то все. Вы так будете учиться, блядь. А кто первый? Пелемешек. Что? Ты первый танчишь, ну? что? Дайте кулак Роги, а. Кулак по Роге. Благодарю. Где у меня рыба? Во. Ставлю рыбу. Кто не жрал, жрите. Короче, на пол. Пелемешек. Хорошо. Пан. Похуй, пуляй. Блин, я рыбу есть не могу. Сзади рейндж только друг. Под лицом босса не стоять. Войд Берни эту сумму. Сейчас будет вторая копия. На вторую копию дадите первую. Агро держи. Вторым клинков прохилили. Дали Геру. Отошли от босса нахуй. Перед лица его. Я сейчас его вести буду. Пустечка, отойди оттуда. Мастер, я на тебе, да? Да. Не, ты нахуя. Ебать, ты шутишь. Либо БР, либо ложимся. Забирай его, Маликет, забирай второго. Ясно, хилы говно. Так ебало отрывает нахуй. Ну потому что нехуй танчить, блядь, с одноручками, блядь. Блядь, не надо, пожалуйста, вот и говорить за мой спек. Если ты так не пробовал, это не значит то, что я плохо танчу. Я пробовал во всех спеках. Ну, значит, ты не так пробовал, потому что с одноручками у тебя, наоборот, лучше. А с двуручкой у тебя тупо агро набивается. С одноручкой у тебя как минимум деф прибавляется, еще и стамы прибавляется. Вот у меня еще парирование добавилось. Что у тебя добавится с двуручкой? Что у тебя добавится с двуручкой? Ни хрена. У тебя тупо ДПС прибавится с двуручкой. Все. На этом все. А ничего, что на двуручку чарка на этот на деф вешается, там на стаминку, на всякую, не. Еще урона ты получаешь не меньше. Нет, причем здесь я не про баф говорю. Не да, блядь, он опять объясните. Шарите в ДК, закройте ебало, я все сказал. Ну вот, Алиса. Ебать, так кто шарит, не может, блядь, провести лича в ЦВК-25 хер, Алиса, блядь. Да потому что, когда я поняла, вы мне уже на замену кинули. Потому что ты ачиво ебать понтуешься, а толку ноль. Алло, закрыли рот свой на. Что это танчили? Стали побежали. Я, блядь, не говорю то, что я тупо вот танчили. Ставлю рыбу, жрем рыбу, я первую копию танчу. Так, свет небес, блядь. Нахуя ты, Алиса, кастуешь, блядь, вспышку света, блядь? Для ходки. Хуё! Яс, короче. Короче, я первый танчу, так. На меня сидит Прости.
На пельмешке сидит фелшер вместе с Алисой. Бычья голова и Войт сидит на у нас, потому что проеду не идет, сидит на Маликетина. Проедете там, когда получите блюд. Надо было слушать. Так я забыл. Покажи мне, пожалуйста, где ты второго танчика? На пельмешке, блядь. Можешь тут танчить. Можешь танчить вот тут. Главное, что перед ебалом босса никто не стоял. Все, твоя задача. Вот здесь буду ставить треугольники. Я второго забираю, верно? Да. Стоять не надо, блядь. Когда крутит вихрь, надо убегать. Цирк приехал. Болтар не оставляет живых. Пьеру дали. Так, сова. А, ты уже по кому-то даже бердовал. Алиса, перед ебалом стоять не учили, да? Да. Да все, да. Тут, во-первых, двое хилов, по-моему, легло. Меня один раз хильнули всего. Нет, просто надо жать не зеленку, нахуй, когда стаки на бойсе. А какие-то нормальные, да? Я не только зеленку прожал. Я не успел прожать незыблемость. Так, сейчас, блядь, половину рейда поменяю, нахуй. По мне прилетело 2к хила и все. Больше не прилетело. Это за, по-моему, то ли за 3, то ли за 4 секунды. Ты общий, скорее всего, скидываешь. По мне не могло. А у царя КД резко. Ставим шкаф.
А, стоп, легионер, я должен был этот кинуть, блядь. ГП я забыл. Только не помню ник его мейнена. И релогнусь пока. Где он? А, вот. Вот смотрите, вот у нас вышло 3 копии, я получил 659к урона. А, это после 3 выхода копии. А ты уже варом получил за одну копию. Сейчас даже точно скажу. 543. Это только вторая вышла. Ты какой мне трай говоришь, блядь? Который первый и второй. Первый босса, алё, блядь. Нет, я тебе говорю, когда... Легли нахуй. Ну, это когда я танчил босса, я получил всего 643 урона К. А ты 543, это со своего трая. Ты даже посмотри, дожил, блядь, по мне... нахуй. Вообще-то я дожил. Алиса, какого ты хуя умерла? Меня тупо не хилили. Да, блядь, типа танк сдох, я решила тоже сдохнуть. Ебать, у тебя логика. Вот, ребята, это ребята. Твой трай? Сейчас я покажу свой трай. Сейчас я тебе покажу, ну, другой. Вот он мой трай. Ты какого хуя шторма клинков не отбегаешь? Танком? Серьезно? Ебать, нахуй, а ты думаешь, что ты падаешь? Иди ко мне, ты тут хпал стоит сзади, Рейд. Здорово, господа и дамы. Здорово. Пошли, поможешь, ебуешь там, он сидишь на острове. Да он еблан, он мне заебал написать, хоть пошли в рейд. Так а хули ты сидишь афкашишь там, блядь, на острове целыми днями? Я тело еще одно ищу. Пошли, царь, у вас вот. Пельмешек. Хочешь тебе метку стянуть? Да. Поспекни с танка, пожалуйста. Ёпта, это шо, я без МК, опять эти два гея будут себя обмазывать. Вот и все, блин. Идешь? Пан, Блять, то он в рейде нахуй сидит, уже в инсте, блин. Да бля, я просто курить отошел. Ты наркоман. Наркоман. Ты меня называла. Царь обезьян. Так, никого не добираем. А нахуй? Мы с тобой не пара. Пан, на мейн на мейн копии, я на второй копии. Малики на третий. Че пана не хватает? Да, ты на первом боссе. И на одного босса. Каски кто-то бафнет. Я бафну. А ну ладно. Кто там? Кто-то бомжи. Я уже дал бомжа, блять, потому что не может бафнуть. Кто танчит? Пан. Вихрь отход... Бля, твой. Чулан, БР повойду. А чё ты ГП ещё не даёшь тех, кто зелье? Сова, БР не этого, к назум. Дал вам Шивен. Войд никого не дали. Сейчас будет рекорд.
страдание. Ебать, не откинуло. Салшер, это дело отъебало. Готовьте скоро третий ком. Сальву поцарю, сейчас агро сорву. Блять, прохил меня. Я под тут, тут. Пана, хильте, блять. Видите, кто-то гимна манут? Пою. Стель, давай. Дальше. Так, короче, топан, достой хильти его кто-нибудь. Так, пельмешек обратно в танк. Пан в ДД, Малик в ДД. И я в ДД. Элиска, можешь антистезирующий яд на этот, намазать клинки? Да, не вопрос. Чулан, я, кстати, жопу не мыл. Тебе понравилось? Я в руку аккуратно. Да, бафните каску нормальную. Каски разбафайте, блядь. Паладины. Алиса, нахуй. Каски на тебе, Малик, кулаки, кресты на тебе. Вевер, кидай им капа царю обезьян. Не кидай на мага. Будь нормальным человеком. Понятно, нет, РЧ на пол. Нормально. Все плохие. Можно по мне баф? Понятно, нет. Нельзя, спасибо. Пожалуйста. Блять, а вы знаете, что есть слово атака для атаки? Ходят легенды. Я это слышал, когда ты мне дедушка рассказывал об этом. Охуенно, я побурстил без кровопускания. Ёбаный Т5, на. Я же забыл, что после каждой смены спека нахуй надо вытаскивать ёбаные кровопускания. У ДК нахуй после каждой смены спека нужно стойки менять. Туда-сюда. Не, ну да. Ну, в танк. Метки, осторожно, выбегайте друг от друга. Метки выбежал из рейда. Малик, это почему ты в танке? Как и должно быть. Охуенно вы перед лицом стоите, блядь. Я вот. Служил там заставить нахуй ДПС, да? Это Джованни, у него фетиш под еблом стоять. Чё, не видите, что этот танк так танчит, блядь?
стоялки нахуй по стороне, вы РДДшники, блядь. Вы зайдите нахуй перед ебалом и стойте там, заебись вам. Или как я вообще под водой. Я утопленник. О, видите, под водой и не сдох. Вообще, как топчик. А я не смотрел «Игру престолов». «Игра престолов» для геев. Кто не смотрел, тот лох. Кто? Я поставь быстренько. Покажу. Ты сейчас быканул или я не понял? Он пошел поссать на «Игру престолов», все правильно. А если въебать и переспросить? Можешь въебать свой столб нахуй ебаный. Он тебе значит, господи, маги, дайте по мне МК, ну не даете вы ДПС, дайте хоть мне его дать. Да он тоже ДПС не дает, давайте варам МК. Да, не лохи. Дайте хапалу МК ху. Да, иди в жопу, друид, дам МК. Эрдруг. Вот, вот и все, дожили. Там микстурка пишет. Вот, танка. Магом, магом пусть заходит. Это бычий, ты на меня ПС-ку кидаешь хотя бы? Я равномерно ни на кого не кидаю. Кидай все на меня. Все кидай на меня. Я тебя буду в щечку целовать. Нежно. Что ты пиздишь? Царь, ты запутал Диму, блядь. Ты шо его мастер наёбывает, он ему специально патики хочет давать, чтобы он на меня инка кидал. Дай пати человеку, Ирод. Шкаф поставили. Каску по 300 лапу. Сидите с масс-бафами, на. Мага присумоните. Пан, спекнись в танка, пожалуйста, на этого босса. Твой трэш будет слева, Малекит справа, перемешек на босса. Киньте пельмешку, антифир кто-нибудь. Кто на босса? Первый антифир, Костель, пельмешек. Второй классный на пельмешек. Царь обезьян. Не, давай я второй, это у меня еще в КД 20 секунд, я на себя кину. Ну 20 секунд тебе все хватит, сына. А если не хватит? Ну тогда лови ГП. Это фиаско, братан. Что там, Димка за... А он не зашел в Дискорд. Алиса, каску или я даю бомже каску? Сука, конченый декан. Ладно, сам дам антифил. Слуги, обратите их в пепел. Глупо было. Так и думаешь, я дал второй. А он точно в простойке? Да. Кому на стере веду? Пока ну, никому, я на боссе дам. На мейне. Да, и лучше я на боссе полминуты врываться не буду. Качанная истерия, почему? Фир сейчас будет питание. Сука, и царю, блядь, повезло, на. Ёбаный брат. Чем не повезло? Никсурка, не давай ему МК, на. Ты ни один хуй не обгонит. В
жизни в соло таргет, никогда. Ну пизди хуйню, нахуй, я уже был в блоке, придамажу. Это только два куска у меня, блядь. Все, все, ладно, ладно, 4 возьмешь, тогда поговорим. Ну вот тогда и будем спорить, сейчас я не хочу спорить. Все, все, ладно. Тут на полу мне мог перед. Вообще-то я передамажил туда под напулом, так что не пизди хуйню. Нет. Да. Нет. Зайди на канал Война, посмотри на. Смотрю. Привет. На кого мне истерию давать, Орел? Сам решай. Дайте еще раз рез, я отменил ничего. Издеваешься. Истерию на кого? Так, маленький тьму отанчишь, правда. Блять, нахуй крылья прожало, ладно. Нахуя вы сейчас пулили? Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ну, маунт стой на. Рыбу говоришь, рыбу жрём. Фулл ребафа раздали поварам. Так на кого истерию? Истерию либо кидаешь на Элиска, либо по команде на меня. Куда я тебе скажу? Так. Так. Заебись, у нас рейд РДДшников, нахуй, значит половина РДДшников во тьме, блядь. Так, еще вопрос. Напомните мне, пожалуйста, правда, давно уже не играл. Танк, который в свету, ну, заходит же сначала во тьму, нет, потом заходит, он выходит... Тьму, стоит все время, не заходит. И хил, который... Все хорошо. Играет, Алиса, стоишь с ним, блядь, во свету, во тьму не заходит. Потом свет выходит просто, в тьме остаются фелдшер, бычья голова и вольт. Все поняли, хилы? Первая, вторая пати, тьма. Вторая, четвертая, третья, четвертая пати, свет. Кулак, дали по мне, маленький. Пристаба. Чё, чувак? Я тебе в свет не дам. А, для Бэра говоришь? Кто у нас? О, вот эта хуйня пойдет. Первая, вторая тьма? Да. Угу. Эвейдим, босс. Назад вернулись. Заходим внутрь. Кто начинает? Ты первый танчишь. Ты свет, ты танчишь первый. Нас в кашера. Кто? Ну видишь, кто-то не зашел. Предлагаю кикнуть его с рейда. Когда будем разваливать лут. Гейм дается на второй фазе именно. Он тут, все нормально. На нахуй. Фэлши во тьме будет. На диспеле в свету, просто. Бычьи головы, блядь. Да вы угораете, ну хотя бы не врывайтесь сразу-то. Ложимся, да. Вот ложимся. Тебе одноручки, блядь. Дайте вот диван на краю, пожалуйста. Как платом можно не набрать инфо, ебан. Расскажи мне свою ротацию, примешек. Ледяное прикосновение два раза. Жопу. Потом рунический удар. Кровоотвод. Ледяное прикосновение. Ледяное прикосновение. Короче, потом, если совсем агро не хватает, вы мне даже не дали ничего скастовать. У меня ни на полу не было вообще.
Нет, ну как бы на пол был, но у него там 6 КДП. Да ладно, не показало мне даже отроги на пол. Не рассказывай мне, пожалуйста, у меня все это показывается. Ты что, орёшь-то так? Ты что, наркоман, что ли? Я тебе покажу, что у тебя на пол было. Я тебе только что скопировал. Ладно, ДК пизд... Да не было, он пиздит, блядь. Рога не напуливает нихуя. Да, я Рога. Попався, попався, блядь. Сукин сын. Простите. Давайте я просто до второй фазы постою. Я ж обещал, что я полминуты не буду. В сторонку отойдем с тобой. Ой, на последней фазе тебя просто. Мастер, я там БР слил на бычьи головы. Ну там потом уже в рейд дыхнули. Бычьи головы, это как сдох? Каску, Али. А он сдох. Босс появился сразу. Да, он что-то не тыкнул, не успел ничего тыкнуть. И босс вернулся, его мили-атака убил. Ну типа, никому не доходит кинуть лужу, блядь, танком, да? Ну, танк неопытный просто. У меня нету куда, когда босс появится. Миша, а лужа сжирает как минимум 3 руны. Угу, жопой. Не знаю, чё. Миша, кау, прием нахуй. Вот это вот Петросян меня уже раздражает. Скажи еще раз, пожалуйста. Сань, все закрыли рот, нахуй. Пан, блядь, тут? Эвейдите босса. Зашли внутрь. Чё зашли? На мне ни бафа, ничего не висит, даже МХ не повесили. Делаю ставку на то, что это 20 секунд. Да пиздишь, на тебя каска висит. Через 4 секунды появится босс. Нет, наверное, не через 4. Сплотил по... Наверное, еще через 5. 25 секунд. Нет, 30. Заебись. Вот сейчас через 2 секунды. Раз, два. Вот он, смотри, 30 секунд таймер получается. ДК скажешь, когда начинать? Давайте. Ребята, я это сказал. Я надеюсь, ты там сказал. Выбежал. Включил. Перебежали, метеор. А кто здесь спалит? Надеюсь, не я. Yeah. Алиса, ты хоть когда-то нахуй слушаешь Фредди? Или тебе ГП каждый раз ебашит нас? А, да блять, я просто... Не забей, короче. Я тебе не говорил, что ты нахуй стрелял. Ну ладно, я просто ушла. Станет связи спалить. Правда, ты не умеешь. Заебись нахуй, кто диспелит? А чё, тебе не нравится, кого задел, что ли? Ну да. Да, задел. Да, блять, меня выкинуло. Оттуда подъебало. Прибежали. Скоро вторая фаза. Танк мейн не заходит во тьму. Я услышал. Время на агро даем во тьме, но сразу не вырываемся. Зашел танк. Зашли хилы, зашли все. Перед ебалом не стоим. Сейчас босс будет крутиться. За лезвием следим. Геру дали. Крути босса. Со лезвия готовимся. Сместились влево, влево. Агро! Сальвы по мастерам. Надеюсь, вы скажете, когда он это... Ну, вторая фаза будет. Все очень плохо. Ну, типа третья вообще. Отсорюсь, тут дадите бэр? А, там нет. Классная, когда выйдет, заходи. Классная, выйдет. Да вижу я.
Скоро третья фаза. Беги, малышка, беги. Выйди, друид. Ой. Да заебали нахуй. Вы урона берете, нет? Ебать, 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 я тупой. Ебать, на. И пол рейдер тоже, нахуй. Ложимся. А кто у нас тьму танчит? Малик. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Пан, вон, видишь, воид спамит? Читай. Царь обезьян, мили, халеон. Какое нахуй лезвие? Да, читать умеешь? Умрите там нахуй. Все. Я не знаю, почему он сразу его не провернул. Моя хуйня, смотрел, блядь, за рейдом нахуй проебался, что лезвие надо проворачивать. Брат, ты не виноват. Все хорошо, брат. Все хорошо. Я с тобой. У меня ты такого никогда не говоришь. Алиса, все нормально, все хорошо, я с тобой. Ой, ладно. Ставлю рыбу фул рыбафа, раздали. А рыба уже была лишним, поставил. А можно бычью голову к Алисе туда выводить, а у меня чтоб просто в тьме остался. Тут там ну какая-то хуйня будет. Если я сейчас фелшер нахуй Алису кину в свет, то там для танка упадет 100%. Нет, не фелшер, а бычьи головы к Алисе. Отрицает, тем более танк упадет. Почему это? Мне нужен... Зачем твоя рушана? Ну, бля. Мне просто нужен, но я не хочу оставаться там с фелшером. Ладно, прось, бычьи головы в свет, просьте во тьму. Меня я несу. Что я в друну лячу, блять, что, блять, фаусы? А, предлагаю друида хила кикнуть. Нормальный хил, чувак. Так, давай, Дим. Я фелшер попросил, блядь, сбегнуться, поэтому нихуя не говорю. Ну, потом посмотрим, надо придется, походу, менять. Ну, я поэтому так и сказал, что просто лучше в этом не пусть будет. Это правильная расстановка будет. Рано уже. Слудел ПВ экран. Блядь, последняя фласка на броню, пизда. Не врывайтесь, дайте ему время на... Узреть начало эры разрушения. Милики, отошли подальше от босса, нахуй, на рейндж, блядь. ДНМ, сорвёшь игрок. Прибежали, быстрее. Да можно стопать ДПС, но, блядь, на полдня, нахуй. Сальву по бану. Скажи, ты хотя бы не армс. Я уже кидал. Готовимся сейчас. Перебежали. Это уже третий метеор? Нет, второй. Царю грабли, сбросите. Во тьме вообще не бейте нахуй полминуты, блядь. Ходите, если посмеете. Блядь, где ты босса? О!
Убегайте нахуй. Не бейте босса нахуй. Сейчас будет лезвие, готовимся. Костель, выбежу. Стоим на месте, стоим. Проворачиваемся, проворачиваемся. Побежали, побежали, побежали. Проворачивает, маленький. Пол рейда нахуй. Ну тупые, вы же видите лезвие, ебаный в рот. Да тут не поймешь, то ли танки, то ли рейд. Ну, блядь, видно же лезвие. Похуй танк не провернул, отойдите чуть-чуть. Да, это не нужно было бежать. Пизда, там рейд, нахуй. Трайн и мой. Предлагаю, чтобы мастер потанчил. Тьму. Я еще хуже танчил. Меня опять халил. Он убил. Я для чего, нахуй, сказал не бить босса, блядь? Я доты повесил и стопнул, я уже уход в тени прожался давно. Сука. Сука. Встретили, блядь. Ты под баблом. Значит, дохните быстрее, жалоба. Пожалуйста, бабл не бесконечный. Блядь, это все доход. Из-за того, что вы не дохнете там, блядь, стоите, дрочите в инсте. Заебись. Чё там? Малик. Он умер, нет? В инсте. Да все умерли. Давай я потанчу, пускай он меня хилит в тьме. Так он скинул хила вроде. Ага. Ну, значит, просто один захилит. Свелся. Шаун затанчу, дай ему еще один шанс. Ставьте момента починиться. Красный весь. Вот Джив стоит. Поставил ему звезду. А, все, вижу. Мастер, там чешка лежит, полюбас. Какой чешка, блядь, лежит, сука. Три танка чешка. Лежит, да ладно, ты в тот раз себе чешку с него же взял со мною. Или ты где на? Когда там я две сразу хуйню. Выпало. Я беру хуйню, а что типа пока не что у вайпа лут в 8 меняется. Драконим по гости, да. Суеверенно. Нет, в тот раз именно с ним мне выпало две чешки. Одна ДДшная, вторая хиловская, по-моему. А, нет, танковская, вру. Ты кому говоришь, войду? Нет, тебе. У меня по-моему... выпадало. А, ну я не помню, с кем-то я ходил сюда, тоже танчил свет. Там выпало две чешки, одна танковская, одна ДДшная. Как раз вот он рылил. Он навары себе забрал. Меня всегда интересовало, нахуя вот эту поеботу скачивает. Мне как-то затирали, что этот талант топовый в Бладе танке, и без него вообще не. Хил, заходишь, нет? Есть. Долбоёб, наверное, какой-то тебе затирал. Да, Саликов, блядь. У них там вообще странные представления о ДК-танке. Я ебну. А почему? Ну, это, знаешь, по типу того, что у паладинов есть печать, то же самое, немножко восполняющая ХП. Это когда ты в соло стичешь, грубо говоря. Назюм, заходим внутрь все. Типа, а чё ещё и чашка прокнула нахуй?
Нам нужна метка для тебя. Ты поставь метку, чтобы он знал, как тебе поставить бог. Что делать-то? 3D. Ему уже легче будет. Смеси поставить босса, вот смеси его крутить постоянно, ну. Выбежал, пан. Прибежали. Ты не говори, блядь, слов. Или Вася, выйди, беги, бля. Беги, вар, килл. Ёбаный стыд, сука. Это фиаско, братан. Стоишь, ворону считаешь, блядь. Чё ты по ней бегаешь-то, блядь? Под дыхание, молодец. Беги, да, заебись. Чешку получишь. Перебежали. Сука, блядь. Откуда ты глуру вообще взял? Давай, скоро приходим. Задонатил. Обычные глуры донатить, да. А, это Хэмовская. Каждый день её доначу, блядь. Не бейте босса, нахуй. Доначу. Даже доты не вешайте, закрой ебало. Ух, сука, вовремя истерию-то мне дали. Просто выбежал. Ты все равно ушел. Сюда ты не вернешься, я тебе едал ее. Что, Алиса, можешь говорить? Умрем, а я уже сказал. Огробля. Стопнули по боссу. Сальва по царю. Да я уже сдох. Проститу нахуй останешься. Пан, молодец. Скажите, когда третий фонд. Беги, малышка, беги! Ой-ой-ой, я гроб. Стопнули. Диспел. Фаза. Третья фаза. Стопнули по боссу. Че там, дайте по мне БР, наверное. Фоджи, выйди в свет, дай Геру. Сари, зайдешь во тьму. Сейчас, тьма, зашли. Стоп. Наоборот. Наоборот, блин. Я не вижу, просто просыпаешься. Свет. Свет, стоп. Подлез. Зашел во тьму. Мог спросить, я бы тебе сказал, когда лезвие. Я надеялся на случай. Геру дать во тьме? Нет, давай, Гер. Мать котиков. Метеор. Свет, стоп. Под дыхание и в лезвие вышел, мать котиков, бомж. Диагноз, блять.
Зрание души. Так, Фоджа, после следующей клязи я тебе скажу, зайдешь во тьму. Картел. Готовься заходить. Заходи. Метеор. Рога, выноси. Лизка, рога, выйди, выноси. Рога, сука, тупой, выноси. Элиза, беги. Тоже бомж, блядь. Свет! Свет, стоп. Свет стопнули, да. Залейте ману, сама залей ману. Метеор. Свет бьет. Я о психоте говорю. Что, что такое? Салюба. Сальва есть, папа? Свет, стоп. Свет, стоп. Войд. Свет бил. Вправо сдвинулись. Метеор. Свет больше. Диспел. Ебануться. Пизда. Ты так шикарно зашел. Мне понравилось, как ты сдох. Чувана, у тебя чешка есть? Ты мне? Чувана. Да, царь, тебе. Ты так, шикарно, блин, зашел. Филигранно, дефиле, блядь. Это какое-то колдунство, как ебаное. По подиуму. Это колдунство ебаное. О, тренька хиловская. Роль типа с этого Мадонна. Чуланки надо, да? Писал, что роль на кота, да. Чучла. Сколько он там, блядь? 331. Чучка мне не нужна. Сразу говорю, кто там 20 раз спрашивал. Малик, я тебе не отдам. Фелшер тебе нужна, да? Ну, такое себе, но... Элема, такое себе, там потом порешаете, сейчас. Ну, смотри, я бы вот эту картеву отдал бы лок. Ну ладно, смотри сам. На Элема 3 не слишком мало СПД дает. В смысле картел? А картел кто по классу? Дестро. Лок, по-моему. Нет, в смысле это... Дестро. Дестро? Тогда нахуй нужна ему тоже. Ну, в смысле одинаково. Если бы это был бы... Демону нужно. Да, Демон. Тихо, блядь. Кассель ролит на офспек. Малик. Да не мне нахуй. Войд. Войд. Да, там и по 99. Алиса выше, я даю Алисе. Давай ЕП и все. Начистите сразу, ребят, ЕП, да я попер. А чё, Алиси, я так-то нахила ролю. Я не видел, здравствуйте. Да, куцаря, типа, мейн теперь хил. Ты в Адоне ролил, говорю? Да, я мейн теперь нажал. Я не видел, Алиса, дай ему. Ладно, пускай, если надо будет, отдаст.
У нас фэшер кончила, вообще-то, видите, чешки. Да они там обе кончили. Подождите, ЕП дали, нет? Не дали. Блять, мастер, дай пати. Я покинул. Чешка? Чешка берется только на на боссах, где идет жестко АУЕ, на Лонотейле, то есть на Лича. Ну на Лича, но я там все равно в ШП буду бегать, пусть. Но она, блядь, вообще на твине, ладно, пусть нет. А я вообще не могу чешку забрать полгода, и нихуя, блядь, молчу, блядь. Ну потому что она не падает.